Я думаю, возвращаться к тому, что женщина – это женщина, мужчина – это мужчина. Что женщина надо добиваться. Если я открываю любую газетенку, я там вижу 18-летнюю девочку, которая стоит вот так прикрывшись платочком, и Алена или Лена красивая, очаровательная, и демонстрирует себя на продажу, ну, практически, да, там, ну, подразумевается. Значит, мы понимаем, что эти вещи, они аморальные. Во-первых, эта девочка, она уже настроена на это. И можно сразу представить, какая-то семья, опять возвращаясь. Поэтому я думаю, что надо пересмотреть. Всегда была история, что были закрытые дома, которые там баловались разные богатенькие. Там. Все это было. Мы же не с неба упали. Но просто когда это демонстрируется как некая данность, и в этом ничего нет плохого, и девушка понимает, что через это можно за богатенького выйти, за это. То есть сегодня ценности разрушенные. Надо начинать с ценностей, надо возвращаться к ценностям, надо возвращаться к уважению учителя к детям, надо погасить агрессию, которая мы вырастили ее за 20 лет. Мы потеряли свой человеческий облик. И надо сейчас наращивать эту историю обратно, обратно. Ничего в этом страшного нет. Любая ошибка, если она может исправиться, мы имеем право на ошибку. Поэтому я абсолютно с оптимизмом смотрю на это.